Городской администрации прошло внеочередное 23-е заседание Чебоксарского городского собрания депутатов. Народные избранники рассмотрели только один вопрос – выборы временно исполняющего обязанности столицы республики. Напомню, эта должность стала вакантной после скоропостижной кончины Олега Куртунова. На рассмотрение депутатов выдвинули только одну кандидатуру – Евгения Кадышева. До этого дня он был заместителем председателя собрания депутатов. Фракция «Единая Россия» предлагает на эту должность, и мы обсудили, состоялось заседание фракции, кандидатуры из числа заместителей. Фракция «Единая Россия» предлагает Евгения Николаевича Кадышева, учитывая, что он имеет огромный опыт работы, работы в качестве главы города прошлого созыва. Мы провели заседание фракции, обсудили данный вопрос. И понимаем, что это технический вопрос, и три зама между собой решили, кто будет временно исполнять обязанности. Поэтому предложенную кандидатуру мы решили фракции поддержать. Все проголосовали единогласно «за». Депутаты Чебоксарского городского собрания поддержали выдвинутую кандидатуру. Евгений Кадышев будет исполнять обязанности главы города до выборов нового мэра. Лариса Васильева, Милена Алексеева, Игорь Зверев, Республика.